Всем привет, это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Смотрю, в этот раз забежала в Фикс Прайс. Ананасики-то стоят, ждут тех, кто еще не успел взять. Я на Челябинской в этот раз. И смотрите, тоже подсвечники никому не нужны, даже в виде ножек, и ракушки, и вазочки. В общем, как-то завоза еще не было, но вот что я увидела. Смотрите, какие крючки самоклеющиеся. Конечно, самые лучшие, мне кажется, вот такие голубые алмазики. Но вот есть зеленые в наличии, красные, коричнево-желтые. Две штучки. Цена неизвестна, может быть 50 рублей. Они с липким слоем сзади. Вот протереть, удалить и плотно прижать. Из новинок еще точилка для ножей. 77 рублей стоит. Первичная обработка от неровностей, придание угла и формы лезвию, это темный камень. И финальная заточка, выравнивание металла, это уже светлый камень. Вот до и после. Ну, конечно, поверим на слово. Вот здесь два камешка таких, темные, светлые. Вот 77 рублей, если вы любите вручную точить ножи, они вас здесь ждут. Вот они, без уже обертки. Кто-то пытался тут уже что-то поточить. Складные воронки. Кстати, нужная вещь. У меня воронки нет, поэтому я возьму. Для переливания холодных и горячих жидкостей это силикон. Очень даже хорошо. 21 в треугольнике. Но не вижу значка для пищевых продуктов. Сейчас посмотрим. Да, вот есть здесь рюмочка и вилочка. Плюс 220, минус 40. Возьму. Осталось выбрать цвет. Наверное, 50 рублей, я так думаю. Оранжевые, малиновые и синенькие. Возьму синенькую. И вот тоже я долго думала над этими лопатками кулинарными. 24 сантиметра длина. Они вот разных цветов. Все думала, нужна или нет. Все-таки решила, что нужна, потому что ей удобно резать запеканку, например, в антипригарной форме. Там, где нельзя резать ножом, потому что, видите, острый здесь угол, и внутри она прочная. Внутри металлическая тут пластина. И всего 55 рублей. Так что я беру. А вот кисточку брать не буду. У меня две штуки. И маленькая вот такая есть, и побольше. Вот если у вас нет маленькой, возьмите здесь за 55, потому что ими удобно смазывать, допустим, белком какие-то небольшие булочки или что-то такое, вот, где большая кисточка не справится. И вот они, эти подставки. Наконец доехали и до Челябинской. 20 сантиметров подставка под горячая. Сделана в Китае. Термопластичная резина. Вот есть значок для пищевых продуктов. В треугольнике цифра 7. И мне не очень нравится такой дизайн. Мне такая, например, подставка не нужна. Синий, оранжевый, такая фиолетовая. В общем, как мрачные какие-то, не очень. Пройдем мимо. Вот они, прозрачные тарелки, прозрачная коллекция. Они я уже показывала, они я уже говорила, все это показывала в других моих предыдущих видео, все это есть. Вот что, раздвижной дуршлаг для раковины. Хорошая штука, но у меня такой есть икеевский, прямо по размеру раковины. В нем очень удобно вот и овощи мыть, и ну что еще, можно посуду сюда выкладывать. Тот, кто любит ополаскивать посуду вот в таком дуршлаге, как бы в сетке, можно также сушить в таком дуршлаге посуду на краешке раковины. Но, в общем, каждый уже сам решает. Посмотрим. Вот, для пищевых продуктов есть значок, сделано в Китае. Запаха никакого нет от этого пластика. И вот пока что я вижу только серого цвета эти раздвижные дуршлаги. Вот. Для овощей он просто идеальный. Сюда закладываете и моете. Вот думаю, теперь брать или нет. И киевский-то у меня есть, но он на даче. А здесь у меня нет такого. Новинки, набор емкостей для специй. Смотрите, какие классные, дутенькие. 99 рублей всего стоит. 200 миллилитров у них емкость. И подойдут для организации хранения специй и трав. И вот можно и прямо ставить, а можно под наклоном. Крышки у них металлические. И написано, что сразу видно, что внутри, потому что прозрачный, и легко будет доставать. Посмотрим крышечки. Да, баночки классные. Вот они, крышечки металлические. И вот что внутри крышки. Пластиковое колечко. Это даже хорошо. И отполированный металл. Аккуратненькие баночки.
Если вы такие ищете, здесь они есть по 99 рублей. То есть 33 рубля одна штучка. Интересные подставки для ног. Офисная черная. Кстати, нужная вещь. Стоит 199 рублей. Сделана в России. Вот такая подставочка. Притом с пупырышками, чтобы ноги не скользили. А может быть даже для массажа. Очень даже хорошо. И она нужная штука. Вот думаю, что взять или нет. У меня есть повыше подставку, но от нее еще хуже ногам. А вот такая небольшая в самый раз. И из продуктов в этот раз я выбираю подушечки с какао-молоком от Витьбы. Это я уже повторяю, наверное, третий раз эту упаковку. Затем я углядела овсяное печенье. По ГОСТу сделано 600 грамм. Стоит не знаю сколько, посмотрю на кассе. Написано, что можно в пост. И сделано в Ленинградской области, Кировский район, без ГМО. Вот. В общем, 600 грамм буду дома разглядывать, очень шуршит все. И питчи классические, вот песочные печеницы, 400 грамм, стоят 50 рублей. Тоже сделаны по ГОСТу, будем все разглядывать. Ну и, конечно же, вафли Акульчев без пальмового масла, хотя там написано все равно растительное масло. Вот они с нежным йогуртом якобы, с нежным йогуртом, 4 штучки здесь внутри по 140 грамм и всего 27,50. В Пятерочке такие около 50 рублей, поэтому я беру здесь. Белевская пастила вот здесь вас ждет. Смотрите, уже ее намного меньше стало. 77 рублей всего, 100 грамм. И я хотела еще взять, кстати, вот эти печенья, они 50 рублей, да, 600 грамм, посмотрите, большая какая пачка, вот 50 рублей, классическая. И я здесь еще открыла для себя итальянские печенья называются, но что-то я их тут не вижу, сейчас найду, включусь. Вот они, нашла, 230 грамм, 55 рублей, обалденное печенье. Апельсиновый вкус и изюм. Изюм здесь специальный отборный, как написано. Вот отборный изюм, очень вкусный. Они именно такими половинками там внутри, не круглые. И сделаны они, и они выглядят стильно, и очень-очень вкусные. Сушеные бананы я обнаружила за 27,50, 70 грамм. Здесь вот даже здесь прозрачное окошко, можно посмотреть. Они там такие коричневенькие. Где они сделаны? Так, состав просто бананы сушеные и все. Производится с 1966 года. Для желудка и сердца полезно. Дневная норма калия. Так, взять что ли? Прям уж даже не знаю. И где здесь производство? Вьетнам. Вот, производитель Вьетнам. Ну, возьму одну пачку, потом напишу, хорошие или вкусные ли. Сыра уже нет. Видите, ни в нарезке, ни чечело, ни косички. Вот Брест-Литовский весь закончился. Все. Я свою работу выполнила. Наверное, все увидели и побежали закупаться. Остались сосиски молочные. Дымов 99 рублей по ГОСТу сделаны. 300 грамм. Бекон сырокопченый. Кстати, тоже нужная вещь. И что еще? Вот сервелат Дымов. Колбаса коньячная и окорок сырокопченый. 77 рублей. Но Дымов мне не очень нравится продукция, поэтому я не беру. Вот сливки я брала в прошлый раз, хорошие, 10%, 27,50 упаковочка. А в канцтоварах я еще обнаружила игрушечный проектор с картинками, английский алфавит. Вот они, картинки, вот он, проектор. Сюда вставляем, нажимаем на кнопочку и 30 картинок, пожалуйста. Погрузитесь в изучение английского языка. Смотрите, там и картинка, и само слово с буквы, 30 картинок. Ну, по-моему, это здорово. Что только не придумают. Смотрите, какие ножницы, панды. Почему-то одна панда зеленая, 55 рублей. Тут лебеди или гуси. В общем, мне кажется, забавными зверушками такими можно еще и пальцы натереть. Не так уж это и удобно. А это что такое? А, липучки, розыгрыш. Набор гибких линеек. Вот, загибаются и закручиваются, не ломаются. Тут и транспортир. Мягкое покрытие, 55 рублей. И цвета в ассортименте. Синий, фиолетовый, там красный, зеленый. В общем, всех цветов выбирайте. Вот эти карандаши хорошие, но вот эти вот автоматические самые лучшие. Ну вот и все на сегодня. Смотрите, какую я телегу набрала. Это же ужас просто. Сейчас буду думать, или что-то убирать, или все оставлять. Ну, а я прощаюсь с вами. Надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. Если это так, ставьте лайк,
подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю вам самое главное здоровья, а потом уже полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной.